Всем доброе утро. Я сделала дракончика на заказ. Меня попросили сделать для мальчика 7 лет. Ну, приближается Новый год и год дракона. Вот, и меня попросили сделать. Вот он, дракошечка. Приземлился на листья папоротника. Вот он. Вот его мордашечка сверху. Вот, просто у меня увидели моего маленького, которого я сделала, дракошу. Вот он, маленький дракоша. Это я его себе делала. Вот, а это увидели, попросили сделать для ребенка. Вот. Это не арт-бетон, это смесь сухой полимерной шпатлевки с клеем ПВА. И добавляла я... Ой, моющее средство, чтобы не так быстро схватывалась смесь. Вот, так что к Новому году я успеваю. Я его произведу окраску, и я вам еще выложу и покажу. И буду рада любой критике. Вот, в крылышки и в ушки я вставляла, ну, армировала. Делала проволочку, чтобы... как бы лучше держалась. Вот. Вот. Вот оно, крылья все. Вот. Ну, осталось... Ну, это для помещения. Потому что он будет стоять, этот дракончик, в комнате у малыша. Ну, как малыша. Ну... Для меня малыш, 7 лет. Так что вот окрашу и отдам в добрые руки, как говорится. Вот, все, всем спасибо большое, кто смотрел. Я когда окрашу, произведу окраску, ну, буду рада любой критике. Кто мне напишет, отзовется. Может, что-то не так, может, что-то... Ну, вы посоветуете, это я приму во внимание, все. Все, ребята, девчата, очень рада видеть ваши работы в группе. Всегда восхищаюсь. Все, всего хорошего, до свидания. Окрашу, выложу.